За последние 7 дней острой респираторной вирусной инфекцией в городе заболело 1435 человек. Темп прироста к предыдущей неделе составил 44%. В большей степени в эпидемический процесс вовлечены дети – 59% от общего числа заболевших ОРВИ. С начала недели в Котласе на карантин закрыто 7 групп в 4 дошкольных учреждениях. На данный момент у нас в больнице госпитализировано за 3 дня 12 человек, из них 11 дети. Но и в реанимации находится одна женщина с вирусной пневмонией. В целях обеспечения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, минимизации последствий заболеваемости гриппом и ОРВИ, предотвращения летальных исходов, в Котласе с сегодняшнего дня объявлен карантин. В связи с чем Межведомственная комиссия по охране здоровья граждан вводит запрет на проведение в городе культурно-массовых и спортивных мероприятий. Правда, пока это касается только тех, что проходят в закрытых помещениях. То есть все, что будет на улице, разрешено. Например, городской конкурс «Снеговик-2016», намеченный на 11 часов грядущей субботы, состоится. Я так полагаю, что нет смысла нам всем нагнетать ситуацию, дабы избежать паники некой, потому что сейчас в средствах массовой информации достаточно активно муссируется мысли, информация о гриппе. У нас сегодня эта ситуация под контролем. Согласно плану мероприятий на эпидсезон 2016, главному врачу горбольницы Ирине Исауловой члены комиссии рекомендовали подготовить в лечебном учреждении дополнительный коечный фонд, а также поэтапное перепрофилирование отделений стационара для госпитализации больных с гриппом и ОРВИ. В запасе иметь противовирусное средство и средства индивидуальной защиты. Председателю комитета управления образования, опеки и попечительства МО Котлас Пятлиной Евгении Сергеевне взять под контроль полноту проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях, включая соблюдение правил личной гигиены, масочного режима учащимися и персоналом. Кроме того, на срок до 7 суток будет приостанавливаться работа дошкольных групп и классов в случае отсутствия по болезни более 20% детей. Руководителям аптечной сети члены комиссии рекомендовали обеспечить неснижаемый запас профилактических и лечебных препаратов на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы работаем в режиме профилактики. То есть мы сейчас этим решением тоже предопределяем запрет распространению дальнейшему этой инфекции. Пик заболеваемости в Котласе прогнозируется в первой половине февраля, потому медики рекомендуют серьезно отнестись к профилактике, соблюдать правила личной и общественной гигиены, то есть чаще проветривать помещение и обязательно мыть руки с мылом. Стоит помнить, что вирус на твердой поверхности держится и не погибает до 4 суток. Если грязными руками потрогать сам нос, рот, глаза, то вирус попадет через слизистые в организм. Кроме того, необходимо избегать контакта с больными людьми, ведь вирус передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, и на расстоянии 1 метра уже можно заразиться. Также надо правильно и полноценно питаться, пить витамины, а при первых симптомах простуды незамедлительно вызывать врача. Грипп начинается с высокой температуры, 38 где-то градусов. Потом начинается, как говорится, ломота во всем теле, народный термин такой, головная боль. Света боязнь, бывает резкий, самый взглянешь на свет, самый такой боль в глазах. Потом дальше катаральные явления могут нарастать. И дальше начинается уже следующий этап заболевания, присоединение других либо инфекций. Медики еще раз предупреждают, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, поскольку все летальные эпизоды, о которых сейчас говорят в СМИ, связаны именно с поздним обращением за медицинской помощью.